Этот участок за подстанцией давно стоит без дела. Депутаты двух смежных округов Сергей Леушин и Максим Захаров, собирая наказы избирателей, приняли запрос на благоустройство этой территории в проведенном администрации города рейтинговом голосовании. Благодаря активности жителей 7-го А микрорайона проекту удалось занять первое место. Так что в скором времени вместо пустыря здесь появится новый сквер. Мы предполагаем, что на этой территории будут как малые архитектурные формы, так и детские площадки для разных возрастов, спортивные площадки, площадка для воркаута. То есть такой полноценный спортивный сквер, даже не спортивный сквер, а полноценная зона отдыха, на которой в перспективе можно даже было проводить какие-то внутри микрорайонные мероприятия. Жители сами решали, что облагородить в первую очередь. В лидерах рейтинга также участок в Менделеево и Александровский сад в Нижнем Посаде. Проект вынесут на общественное обсуждение и реализуют в 2023 году. Принято решение о том, что с данным проектом, с проектом благоустройства Александровского сада, мы будем заходить на конкурс Министерства строительства ЖКХ среди малых городов. На сегодняшний день ведется корректировка проектной документации с той целью, чтобы до конца года получить экспертизу достоверной сметной стоимости. В Тобольске 51 общественная территория, два сквера Михайловский и Семьи любви и верности введены в этом году. Комфортные зеленые уголки предстоит устроить в разных частях города. Сейчас разработки проекта по благоустройству сквера выпускников, бульвара от проспекта Менделеева до улицы Юбилейной, территории УДСААФ и сквера в 10-м микрорайоне. В следующем году облагородит район улицы Знаменского. Нами был разработан проект благоустройства территории, то есть от улицы Знаменского, в границах улиц Знаменского, улица Радищева, переулок Рощинский, улица Первомайская. Это подходы к спортивному центру спорта и отдыха «Тобол». На месте сноса жилого дома Знаменского 10 на перекрестке переулок Рощинский, улица Знаменского. Там у нас будет тоже зеленая территория небольшая. Дороги, тротуары и освещение здесь тоже приведут в порядок. Шамиль Гулиев, Анастасия Терехова, Рустам Рузеев. Тобольское время.